Вот такое море, море, море. Ой, кто это? Девчонки идут. Чего мне спится? Пришли мы с собакой порыбачить. Собака, улыбнись в камеру. Ну что ты? Покажи, как ты купаться умеешь. Прыг. Ну ладно. Вот пришли мы с собакой порыбачить на море, на японское. А за ёжиками-то нырять-то холодно. Ракушечек нашли, кстати, вот ракушечки всякие. Вот такие вот у нас ракушечки, типа трубачек. На него ловятся линки. Чтоб наживку всякую с собой не брать, не покупать в магазинах. Взяли, прям тут с камушков понабрали вот таких. Разбиваешь, на крючок насаживаешь, и можно ловить рыбку. Всякую разную, типа линков, там бычков, там налимчиков. Ну, на камбалу немного другая наживка нужна, все знают. Итак, для удачной рыбалки нам нужна и прикормка. Прикормкой будут ежики. Вот такой ежик. Серенький, зелененький. И вот такой черный, колючий, королевский. Учитываем, что на вот такого королевского рыба нифига не ловится особо, но зато сбегается. Не любят почему-то рыбы вот таких ежей. Так, удочка простейшая, тоже нужна. Вот такая примерно палка. Так, что тут у нас еще? Так, палка, крючок, короче, леска и грузило. Грузило желательно помощней. Городовой, блин, начинает шататься. Так, во, вот так. Где оно? Видно? В общем, короче, мощное грузило, маленький крючок. И вон я уже насадил ракушку. Мясо ракушки. И, значит, вот примерно... Блин, что за разрешение в этой технике? Японская, блин, техника. Ни хрена не видать. Так, ну и ямка, соответственно, хорошая нужна. Тут вот ямки нормальные, рыба тут плавает. Уже видел два таких крупненьких негодяйчика, которые хотят сегодня попасться нам на удочку. Так. Ловить тут законом не запрещено всякую мелкую рыбу. Ну, а динамитом мы сегодня баловаться не будем. Так, поэтому сейчас в одну из этих ямок, да и во вторую, закинем сперва зеленого ежика. Не, сперва черного. Только их надо сперва раздербанить на запчасти. Это значит вытащить надо из ежика всякие разные... Там внутри икра присутствует. Ага. Вот. Так, короче. Внутри икра. Надо ее вытащить, кинуть в воду. Рыба соберется. И можно ее потихонечку извлекать оттуда из воды. Ну, такой вот тоже полубраконьерский способ, конечно. Но туристы даже и таким способом не умудряются ни одной рыбки поймать. Блин. Жалко ежиков, конечно. Ну, для истории. Почему бы и нет. Да и рыбу вон моя собака полюбила. Ты где там, красавчик? Куда ты там уже пятки намылила, блин? Иди купайся, пока погода хорошая. И вон я тебе покушать там положил. Ладно, короче, продолжаем. Так, сейчас вот этих ежиков я поломаю и кину в виде наживочки. Прям... Ага, пополз такой, видали? Пополз! Куда пополз?
Главное, у этого... Он тут тоже, смотрите, такой ползет такой. У этого ноги маленькие, поэтому он ползет медленно такой. Почуял, чем дело пахнет. Вот таких ежиков здесь много-много. И они настолько бесполезные и вредные. А вот таких все меньше становится. Жалко мне вот этих зелененьких. Да ладно. И вот морские ежики курносы у нас в воде. Значит, достаточно просто разрезать ежика пополам. И две половинки, икра в одной половинке, икра в другой половинке, опустить аккуратненько на дно. Так, отсюда не видно, там через воду. Фотоаппарат не подводный, а обычненький. Вон там лежит ежик, и потихоньку уже туда собирается рыбешка всякая мелкая. Чуть попозже подползут более крупные зверюшки. А второй ежик у нас лежит и грустно отдыхает. Эх, жалко ежиков курносых, конечно, но рыбалка дороже. Ага, во, ползет уже красавчик. Сейчас я вон того красавчика, он довольно средненький леночек такой, уже подползает к нему. Сейчас мы попробуем изловить. Так, блин, батарейки не хватит, поэтому по результату буду показывать. Сейчас, наверное, сразу-то он не возьмется. Или возьмется. Ну-ка. Это красавчик. Смотри, какой тут вкусный такой. Это ракушечка такая. Вот смотри, вкусная такая. Прям под нос ему можно подводить. Не, ну это мелкий, конечно. Больше его сейчас интересует, конечно, сам ежик, чем наживка моя из невкусной ракушки. Ну, как только ежик у них закончится, опа, попытался схватить. Ну и вот таким типом можно за день надергать килограммчик другой всякой такой средненькой рыбешки. Как и предполагалось, батарейка разрядилась в самый неподходящий момент. На таких фотоаппараты батареек для видео надолго не хватает. И вот. Как только выдернули этого злодея малолетнего, маленький такой, в принципе, да. Это леночек дальневосточный, обычный такой. На уху таких 5-6 штук, человека на 3 можно ушиться сварить. Вот, в принципе... Ну, а так, в принципе, на день можно и на жареху надергать. Блинки, бычки, вот такая мелочь, в основном тут попадается под берегом. Ну, а более крупную рыбу, конечно, надо ловить более крупными способами. Типа спиннинг там и прочая фигня. Ну, я не любитель больших рыбалок, я так по мелочи развлекаюсь. Сейчас попробуем еще что-нибудь поймать покрупнее. Тут сейчас должны подойти... Так, с ладонь, с полторы ладони такие дурочки, с переулочкой. Вот в этой ямке сейчас довольно средненький такой ленок тоже плавает. Сейчас попробуем его поймать. Вот он, красавчик. Вот он где-то тут. Так, что-то я его не вижу. Ага. Не, это не средненький, такой же мелкий, как и предыдущий. А не, вот этот, ну-ка, вот этот покрупнее. Давай, тихо, пойдем. Ну что, в рот не влазит, что ли? Специально же маленький крючок взял, чтоб, блин, ну... Пытается схватить или нет, это самое. Он, бедный, там бесится аж, блин, это самое. Наживка, в принципе, маленькая, блин.
Слушай, а этих черных, кстати, они тоже это самое. Здесь на черном ежике почему-то даже больше рыбы собралось, чем на это самое, чем на зеленом. Обычно на зеленых, может, просто в этом районе рыбы больше сидела. Ну, что вы там? Не, ну, мне так батарейку посадите, блин, вторую. Вот как пример попался вот такой зверек. Такой примерно чуть больше ладони. Уже ближе к крупному. Здесь более крупные редко ловятся. Ой, что-то мне уже рыбалка надоела, уже купаться охота. Эти панели, что ли? Ну, в принципе, показали, как тут ловится рыбка. Как ее примерно надо ловить. Видно? Нет, для специального сайта там рыбоскоп. Это мы поймали простого налима. Хотя, по идее, они летом не ловятся, говорят, типа отдыхают, спят. Но за место лимков тут еще попадаются и налимы. Тут добрый человек нас согласился сфотографировать. Поэтому спасибо ему и хвала. Я все нажал, да? Все правильно? Или еще? Все пойдет, все идет. Даньке не прохладно, блин? Ныряй уже! Смотри, будет что твоим внукам на память вспомнить. Каких немало тут, блин, от теплого ветерка, блин, ужалось. Там желательно сегодня с вот этой скалы, с вот этой, нырнуть вот в этот промежуток. Там глубина около 6 метров. Но что опасно, ни хрена подводных камней. Можно головой удариться, если не пройдешь в воду. Желательно головой, чтобы все посмотреть. Высота тут примерно 1, 2, 3, 4, 5, максимум 7 метров, фигня в принципе. Если вот с этого уступа нырять, вот с этого, который в центре, то высота около 7 метров. Ну, еще имеет. Подводных пещер здесь нету, в этом районе исследовано. Вот такие пляжи, типа Голубая лагуна,
оказывается, есть и в России. Правда, летом только. Целая куча здесь всяких полезных там... Ну, вообще, красота, одним словом. Там грибы, там рыба со всякими ежиками. Здесь собака репу чешет и думает, как бы все это съесть. Вот. Ну, а мы сейчас до вечера завалимся. Нет, не на пляжике, а вот здесь на камушках. Вот тут вот есть подводная пещерка одна. Я ее еще в дальнем детстве нашел. Блин, подводный фотоаппарат надо. Ну, в принципе, попробую посмотреть. Она там не завалена еще. Если, может, попробую проплыть под ней. Вот люблю я подводные всякие пещеры. Блин, меня аж тянет туда периодически. Вот пятая часть нашего сегодняшнего «Прикинь лайки приключения». Да. Мы решили на море не ждать ни такси, ни шмакоси, а прогуляться 5 с лишним километров по нормальному еще пока лесочку. И пошли пешком древними таежными тропами, известными еще с детства. Наша задача — перевалить вон тот хребетик. Ну, желательно в 30 минут. Я думаю, блядь, 30 минут в моем возрасте. Не, давай 35. В 35 минут уложимся через вон тот хребет и будем уже дома сидеть у компа и ржать. Так, опасностей всяких разных нет. Какие тут нах опасности?